выйдите в рогатку, а затем ввись на внешней ноге. Продолжая держаться за пилон ближней рукой, отпустите дальнюю руку и опустите ее вниз. Постарайтесь упереться в пилон ближним плечом. Затем согните свободную ногу, подведите ее к себе и зажмите пилон бедром. Возьмитесь свободной рукой за пилон мужским хватом. Чем ниже вы опустите руку, тем легче вам будет выполнить элемент. Попробуйте аккуратно ослабить хват под коленом, дальний от пилона ноги. Если вы чувствуете себя уверенно, попробуйте выпрямить дальнюю от пилона ногу и увести ее назад, одновременно разворачивая бедра на зрителя. Выпрямите вторую ногу и постарайтесь вывести ноги в параллель с полом. Выйдите в рогатку, а затем ввись на внешней ноге. Продолжая держаться за пилон ближней рукой, отпустите дальнюю руку и опустите ее вниз. Постарайтесь упереться в пилон ближним плечом. Затем согните свободную ногу, подведите ее к себе и зажмите пилон бедром. Согните свободную руку и возьмитесь ею за пилон кольцом вверх. Если вы чувствуете себя уверенно, попробуйте выпрямить дальнюю от пилона ногу и увести ее назад, одновременно разворачивая бедра на зрителя. Выпрямите вторую ногу и постарайтесь вывести ноги в параллель с полом.